Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео, как я и обещала, по боксу Оджо. Это немецкий бокс. И в прошлом видео я ставила на вывод денежку 6 долларов. Но с учетом комиссии, там 5,80 с чем-то у меня вышло. Ну, что и требовалось, друзья, доказать. Проект платит. Все супер. Сколько у меня? 5 дней прошло вроде бы с момента выплаты. Значит, надпись у меня здесь исчезла. Опускаюсь ниже. Ага, вот. Выплаченная сумма. Здесь общая. Прошлый вывод и нынешний. Как бы здесь суммируют. 7 долларов 81 цент. Если мы перейдем вот сюда в историю. Общая история. И вот 8.12.21 год. И написано выплаченная сумма 5 долларов 85 центов. Ну, это, друзья, тут комиссия есть, как бы. Далее что? Идем на почту. Мне пришло письмо с моего кошелька. Вы только что получили 12 678 биткоин сатошек. Все супер. Так, и на Coinbase, конечно же. Вот, получено биткоин плюс 12 678 биткоин сатошков. 12.08. Ну, еще в обработке, как бы. Вот, но они уже в кошельке, и это факт. Бук замечательный. Рекламка просматривается буквально кто... Очень быстро, кто здесь работает, все это подтвердят. На сегодня я, естественно, уже рекламку я просмотрела. Кстати, когда я просматривала сегодня утром рекламку, еще у меня вывод был в обработке. Вот рекламка просматривается быстро. И хочу напомнить по поводу апгрейда. Так как я делала апгрейд из заработанных денежных средств за 2 доллара, друзья, здесь невыгодно. То, что... Я работала с апгрейдом, что я работаю сейчас без апгрейда. Разницы никакой. Ну, может, за неделю 2 цента мне капнет. Но это ни о чем, согласитесь. Вот я покупала за 2 единицы. 2 единицы равно 2 долларам. Ну, а вот эти я уже не собираюсь. 120 единиц, 120 долларов. Как бы такие я не собираюсь делать апгрейды. А этот я, да, сделала пробный. Но, тем не менее, я сюда ничего не вкладывала. Я ничего как бы и не потеряла. Работаю своей активностью. Ежедневно захожу. И ровненько, стабильненько работаю. И да, самое главное, платит. Ну и вывод я хочу сказать. Не затянули. 5 дней. Это недолго. Тем более без апгрейда как бы. Все супер. Хотим работаем, хотим не работаем. Это ваше право. Всем удачи, больших заработков. Берегите, друзья, себя и своих близких. До новых встреч.